Всем привет, с вами Данил. И сегодня я улетаю в Италию. Ну, сами знаете, на свадьбе надо погулять в магазины, зайти, их легкого вина попить. Ну, как так? Время уже 7:30, скоро поезд, потом самолет. Пора собираться. Да, пора собираться. Так, ну что, помылся, побрился. Жизнь удалась, если ходишь в кимоношке. Так, надо вещи собирать. Давайте посмотрим. Не обращайте только внимания на этот беспорядок, потому что после Италии еще в Абхазию лететь. И вот, то есть заранее подготавливаемся. Ой, жизнь в пересадках. Так, что у нас? В чем лететь? О, вот. Ну а что, Томас Бергер, немцы в Италии. Давно не были немцы в Италии. Так, ну и шортики нужны, а то там жарень полная. На, ну вот как раз. О. Это у нас кто? А, это у нас Ральф Лаурен, если я правильно его называю. Так, ну все, осталось переодеться. Документ собран, да. Все здесь, вот наш любимый Just Cavalli. Куда же без него, в Италию-то все удобно, ничего не потеряно. Так, осталось выбрать часики. Мы в Италию, значит, Швейцария или Америка? Америка или Швейцария? Естественно, Швейцария, мы же в Италию. Может, я с Джорджо Армани там успею состыковаться, внезапно на улице попивая какое-нибудь охлажденное вино. Через американцами что ли буду на руке? Ну нахер надо. Так, ладно. Одеваемся и скоро поезд, потом самолет. На, время приключений, оставайтесь с нами. Верона, Италия, папа, жарко, что пиздец. Так, вот, все. Добрались до города. Дома. Идем. Солнца нет, ветер есть, но жарко. Ищем отель. Вот какая-то такая маленькая Италия. Ну, вам же интересно смотреть, люди просто идут по городу и что-то говорят. Так вот, новые правила. Идти по городу и ничего не говорить. Вдвойне интересно. Да. Как-то так. А еще показывать не лицо, а сумку. Вообще артхаус. Артхаус в Италии. И автобус. И артхаус. И борода. А сейчас находимся на узких улицах Италии. И с учетом того, что здесь никто не будет понимать, что я говорю, буду говорить всякую херню. Просто говорить и говорить. В принципе, вот эти вот маленькие улицы ничем не отличаются от нашей той же самой по Крым. Вот. Только более аккуратно и более узко, как влагалище 12-летней девочки. Ну вот как-то так, да. Но, кстати, вы заметите, с каждой минуты этого блога он становится чуть более интеллектуальным. А знаете почему? А в конце узнаете, да, вот так даже никаких бру здесь не будет. Ну а пока мы продвигаемся по этим маленьким улицам и пытаемся найти место, в котором можно опустить наши прекрасные тела и попробовать алкоголь. И дождаться вечера с ужином. Вот. И чему равна валентность бериллиума? Второй
день, Виталий. Выживаем. Вот так. Очередной день в Италии, и что мы видим? Три геи празднуют то, как они завалили натурала. Отличная страна. И вот уже третий день ходим по Италии. Как вы видите, хожу все-таки в основном я. Люди, с которыми я якобы хожу, где-то сейчас сидят. Возможно, я их даже выдумал. И лучшее время суток, которое я нашел для того, чтобы попрощаться с вами в этом видео, это, естественно, ночь, чтобы было меньше видно моего хлебала, но и при этом, чтобы были видны такие красивые, вот такие красивые церквушки, проезжающие машины, которые сбивают мне запись. Ну и вот такие милые вывески. Да, все-таки милая невысокая Италия. Я вообще хрен знает, где я нахожусь сейчас. В каких-то закоулках. И хрен знает, где мой отель. Просто иду к церкви. Как люди всегда делают, да? Люди всегда идут к чему-то. Кто-то к церкви, кто-то к своей любимой женщине, кто-то домой, к родителям. Сейчас я иду к церкви, что мне очень даже не свойственно, потому что я, как вы знаете, человек очень глубоко неверующий. Вот такая вот у нас состоялась поездочка. Что вам могу сказать? Мне понравилось. Вы вряд ли досмотрели это видео до конца, потому что на нем творится просто сумбур. И в начале, как я в начале этого видео был просто идиотизм в стиле дневника Хача, потом я вас подвел к тому, что это было сделано специально, ну а сейчас немного философии под конец всего. И вот таких вот от видов. Так вот, повторюсь, вряд ли вы досмотрели это до конца, но вот так видеоблогеры время и проводят. Просто ходят по улицам, ищут какие-то моменты, чтобы потом рассказать зрителям. А вот и церковь. Как вы можете видеть, очень миленькое строение. Ну и плюс ночь разбавляется итальянским говором, который хоть и непонятен, но приятен. Ну-ка давайте посмотрим самое интересное, как всегда в последний день и в последнюю ночь, когда ни хера не видно. Вот как-то так. Я не знаю, что это за ангел, но выглядит приятно. Ну что, нагулявшись, я думаю, надо возвращаться к ребятам. Может быть, найти что пожрать, может быть, найти что выпить, может быть, что-нибудь еще. Ну а с вами был Данила Рыжкин. Бородач, который ищет вдохновение. Что и вам советую. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось, если вы досмотрели. Ставьте лайк, комментируйте. Ну и не забывайте, что нужно быть рациональным, а не нормальным. Всем спасибо. Всем дизлайк.